Иисус! Кентана, блядь. Умеет шары катать, урод. Да, чувак, только имей в виду, он извращенец. Ага. Серьезно? Судимый за сексуальное домогательство. Отсидел полгода за то, что показал член 8-летнему ребенку. По месту жительства в Голливуде ему пришлось обойти всех соседей и предупредить, что он педераст. А что такое педераст, Уолтер? Заткнись нахуй, Донни. Сколько, говоришь, они тебе заплатят? 20 тонн, и ковер останется у меня, конечно. Просто за передачу денег? Ага. Чуваку выдали бипер. Так что, когда они позвонят, а вдруг во время игры? Я сказал, что если во время турнирной игры... А что будет во время турнирной игры? Жизнь нельзя остановить по желанию, говна ты кусок. Что с ним, чувак? По-моему, работенка не пыльная, бояться нечего. Думаю, она сама себя похитила. О чем ты, чувак? Это не те, кто нассал на ковер. Сам прикинь, молодая девка вышла за папика ради денег. Тот оказался скуповат. Заметь, она должна половине города. Вот сучара, блядь. Вот-вот. Так что нет никакого похищения. Все, как Ленин говорил. Ищи того, кому это выгодно. Ну и еще это, ты понял, я морж. Ты понимаешь, о чем я? Я морж. Вот сучара, блядь. Я морж. Донни, блядь, заткнись нахуй. В. И. Ленин, Владимир Ильич Ульянов. Блядь, о чем это он? Так все, блядь, и было. Заебало, блядь. Тебе-то что, Уолтер? Эти богатые уёбки, вся эта пидоросня. Не для того мои друзья подыхали, лежа мордой в грязи, чтобы эта бледина, шлюха ебучая. Уолтер, да при чем здесь Вьетнам? Очень даже при чем. Не при чем, Уолтер, твоя очередь. Думай, как знаешь, но, по-моему, твой бросок. По-моему, твой бросок. А чё, скоро вам пиздец, да? Смотрю, пролезли в полуфинал. Диос мио, ага. Я и Лим, мы вас выебем. Да? Слышь, это только тебе так кажется. Слушай сюда, пендеха. Если снова выкинешь какую-нибудь хуйню, вытащишь ствол посреди игры, я его отниму, вставлю тебе в очко и буду жать на спуск до тех пор, пока патроны, блядь, не кончатся. Господи Иисусе, вот именно. Иисус выебет и высушит. Восьмилетнему ребенку, чувак.